Привет, народ. Вот, короче, я нашел, где спрятать ходун местечко. И попробуем, так как он у нас грейдовый, пособирать для него модулей у обезьян. Там они частенько попадаются. Но залезть будет, как всегда, небольшой проблемкой. Но думаю, мы с этим справимся. Сейчас быстро. И не дотянулся. Угу. Понятно. Раскачивайтесь сильнее. Это означает, в принципе, вот с этой стороны вообще близко он, платформа. Лучше уж с этой попробовать. Здесь вообще проблем не будет. Главное, чтобы никто не нашел на ходу. И здесь качественные деревья. Ну, здесь вообще близко. И так залечу. Нет. И мы на месте. Так, вон там, помнится, был старин ящичек. А, блин, не взял косу. Может, птичка попадется. Нарезал с нее перья. Ящика нет. Не подлечился. Да какой ты резкий, паренек. Да ну нафиг. Убил. Убил совсем. Вообще прикольно. Я офигею в этом зоопарке обезьян. Берут и убивают. Угу. Побежали. Ага. Ладно, попробую выхрестить свою шматёвину. Таид ждет. Пока я прибегу. Кинет еще раз свою бомбу. Бежим. Так, кидаются скоты. Ну-ка еще раз. Чё там, кто там? Вот чуть-чуть не успеешь до него добежать, пока он не кинул. Всё. Подожгёт. Эти еще там беснуются. Вином видел паучка? Не видел. Блин. А как он узнал, что я здесь? На сервере. Так, ну нас обезьяны сильно не интересуют, будем убирать только тех, которые нам мешают. Но по сути мы пришли, как обычно, за
ресурсами, которые нас интересуют. Например, железо. 5 штук сразу. Так. Сера. Грибы. Древесина СП. Там посылка на 300 фрагментов. Ну, сочувствую. Что я могу сказать? Много тоже кое-что терял. Так, вот же еще у нас ящик. И даже не по своей глупости терял, а просто отжимали у меня. Это толпой пришел. Так, это не надо. Это не надо. Итак, погнали дальше. Вот еще один. Человекоподобный. Примат. Вот. Успевает же упануть. Глаза, ребята, не очень нужно. Так, этот кидается обычными. Здесь должен быть еще один. Вы нет. И лазисы идентичны. Только различаются по этому. По расположению грейдовых мест. Так, еще 5. Этих. Железных. Железные руды. Ну и это мне не нужно. А модули так и не попадаются. Будем искать. Опа. Эх. Не вышло. Подожди. Я залетели. Это платформа. Ну, я походу до нее смогу и так добраться. Но вот здесь вот ребята толпой там стоят и кидаются с моими бомбами. Это один. Этот, по-моему, не кидается. Ты чё такой трусливый-то? А вот ты теперь кидаются. Так, с вами двумя разберемся. Но я и с этими справились. Так, здесь вот ящик их не разбивать. Ну опять всякая фигня, нет модулей.
А раньше что-то часто они были. Так, там, по-моему, еще один ящик. Да, вот он. И опять же помнится. Не нужно. Оп. Выходи. Один решил самоликвидироваться, я так понял. Нет, стоит там, ждет. Так, с хитином уже у нас проблемы-то, в принципе, кончились. Че? Оп! Чуть-чуть не упал. Да. Нет, не все. Успел цепануться. Да блин. Вот так. Теперь приспокойненько получим палкой. Ну, хоть один модулек какой-нибудь. Небольшой. Какой-нибудь. Это мародерский. Так, вот он, ящик. А это такой. Нет. Опять жемчужина у меня. Помнится. А, вот дальше пойдут ребята опасные. Где? Закричала птичка. Вот они. А, еле справился, чуть-чуть. Чуть-чуть. Не убили скоты. Там еще есть. Оп. Опа-опа-опа. Промазал, сволочь. Ты смотри, он... Какой меткач. Все. Хорош. Что там кто-то дышит? Понятно. Так, с этим тоже разобрались. Ну и ничего хорошего, как обычно. Вы думаете, мне, я не знаю, что мне делать? И здесь ничего нет. Так. Ну за... А, нет, вот он был номер. Я его не взял. Это защитный. Это хорошо. А вот еще модуль очага. Снижает расход воды на возрождение. Да, начали попадаться. Тем, чем выше, походу, тем больше модулей.
А теперь мне надо залезть еще выше. Здесь. Он у нас кто? Абсолютно никого. Так, керамика. Этот шиповница, нафиговато на мне. Ну и, наверное, вот это. Да и керамика тоже, в принципе, не очень-то нужна. Керамику я могу сделать. Нас сегодня интересуют модули. Керамику все-таки подобрали. Ого. Надо загореться же. Нет. Не сгорел никак. Есть у жизни, он тебя обидел. На осколки не хватает места на фрагменты. Фрагменты заберем. Ну и железная руда. Этот тип где-то внизу, там, мне кажется, дышит в спину. Так, и выше, по-моему, здесь добраться возможности нету. Есть вот здесь вот. Блин, еле-еле схватился. Да, это все. Это верхушка. Теперь надо обнаружить свой ходун внизу. Просто-напросто. Так, а он. Вот в той глуши, походу. Нет. Верно, вот сюда я смогу. Ну и полетели. Пока не кончились силы. Теперь главное зацепиться. Ах. Все-таки саданулся. Ну, в итог похода два модуля. А если ходить по ящикам и сундукам, то они там намного реже встречаются. Да блин. И еще раз. А, еще и у меня сломался. Да ё-моё. Водички надо попить. Срочно. А ее нет. Только в кадуне. Так, ну, разгрузимся и, в принципе, можно заканчивать. Здесь вот можно поставить базу, я думаю, новую. Там два дня на том азисе осталось нам тусоваться. А глины с керамикой я так там и не надел. Ну, отдельно, наверное, покажу видосик, как я глину делаю, но вы это, скорее всего, уже видали. 18 железной руды, 2 модуля, 1 очага, другой защитный, как бы,
7 хитина, 11 тряпок кочевника, ну и 105 фрагментов и жемчужины, но это все шушер. Ненужное. 105 фрагментов. Ну, полазим с вами потом еще. А базу, наверное, вот здесь все-таки построить надо. Тогда модулей будет намного больше. Намного. Я их выберу. Лучше будет у меня вот этот грейдовый ходун. Все втыкаем. Пускай будет, как говорится. Все в себя. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь. Пишите комментарии, буду ждать.